Никому не нужный блог. Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Сегодня купим фендера на тачку на Ярис. Потому что арочки-то надо раскатать и сделать красиво. Для этого метнемся в очень крутое место, которое находится на конце города. И там ребята нам все расскажут, покажут. Постараюсь записать это все для вас, чтобы было полезно. Такая история, что я поставил себе суперразварки. И они торчат и бьются о крыло. А как у вас все называется тут? Или никак не называется? Ну, здесь у меня находится склад, а этот магазин называется «Жирный кит». А, точняк, «Жирный кит». Жух. Ого. Так, да, из универсальных простые олдскульные, самые популярные, 50 мм. Но их, возможно, будет маловато. Угу. Есть вариант осмотреть 70 мм. Ну, 30 мало будет. И как вариант, под большие разварки, неускульные, большие, 60 мм. Они уже будут поинтереснее. Можно будет полностью всю арку охватить от начала и до конца. Потому что те идут с сужением, угу, ближе к порогу и бамперу. Ну, можно, конечно, совсем приколоться и назад сделать чуть-чуть. Те, кто хотят прям, чтобы было хорошо, ставят на вытяжные гайки, заклепки и болты. Это при наличии специального заклепочника под вытяжные гайки, заклепки. Да, это не скульптор, большие 60-ка. В любом случае тоже придется зайти на дверь, если ставить тип. Ну да, конечно, бампер. В принципе, есть вариант установить так, нужно будет только тогда одну из сторон подрезать. Соответственно, тут мы тогда выставляем его по брызговику, а эту сторону мы укорачиваем по порогу примерно. Очень часто. Тут прям, да, надо дверь еще кромсать. Нет, дверь кромсать не придется, ну, на дверь, но сам фендер обычно режут, да. Вот, а, так, вот так вот просто по форме двери его режут, для того, чтобы одна часть осталась на ней. Тут очень часто, очень рано закругляется бампер, и поэтому здесь нужно будет подгонять его и прижимать сюда к углу, иначе он будет оттопыриваться. О, просто, ну тут вообще все как влито. Да, просто берутся и ставятся без подгонки. Да, кажется, это прям выглядит как то, что надо. Они там сзади отлично с брызговиком с этим совпадут. Да, вот уже совпали. Я бы, если честно, ставил одинаковые спереди и сзади, потому что так будет гораздо красивее. Ну да, но мне кажется, нормально. Нормально даже сейчас я вот отсюда. Ой, так вообще хорошо. Но это вот прям то, что надо. Колесо уходит ровно в пол вместе с арочкой с этой. Они еще с автомобилем смотрятся именно хорошо, потому что там по себе автомобиль округлый. И да, они, да, да. Они более округлые, то есть острых углов не имеют, и поэтому выглядят симпатично. Но я считаю, что надо брать. Надо брать. Да. Е-бой. Всем привет, обращайтесь в социальных сетях. Ништяк. Ищите просто в Яндексе «Жирный кит», все найдете. Вот такой классный Максим. Вот такие классные фендера. Если что, обращайтесь, ссылочки, как всегда, вот там вот. Кстати, я заметил, что многие блогеры просят подписаться на свой канал, поставить колокольчик уведомлений, написать какой-то комментарий, потому что алгоритмы Ютуба таким образом продвигают видео, оно куда-то там поднимается и так далее. Но у меня 700 человек в подписке. И тем не менее, хочется попробовать. Проверим, насколько внимательно вы смотрите этот блог. Если вы досмотрели до сюда, то просто напишите что-нибудь, что вас волнует. Вопрос, просьбу, утверждение, рекомендацию или рецепт вкусной еды в комментариях к этому видео в Ютубе. Чтобы перейти в Ютуб из Инстаграма, Телеграма или ВКонтактика, достаточно там в видосе найти на это ссылку или там воспользоваться топлинком, или просто Кинолебедев, он во всех соцсетях Кинолебедев, и как бы ничего сложного нет, или никому не нужный блог, хотя нет, он так не называется. Ну, короче, я еще не придумал, но я думаю, что в один клик вы сможете перейти, я просто оставлю ссылку в описании этого видео, да. Просто приходите, подписывайтесь, ставьте колокольчики и комментарии, и возможно, если эта штука реально работает, я буду просить вас сделать это в каждых следующих видео. Подпишись, поставь колокольчик, напиши комментарий. И посмотрим, что из этого получится. Спасибо большое, чувак.